Так, Калашный переулок 10. Вот если стоять лицом к зданию, то вот калитка с левой стороны. Там и проходите прямо. Увидите автошколу «Чайка», а вам соседнюю дверь. Здравствуйте. Ну что-то здесь. Ага. Отлично. Заходим. Здравствуйте. Елена, я могу сюда поправить, да? Да. Отлично. Отлично, это мужик. Я старалась. Дайте. Ярослав. Юра. Здравствуйте. Давайте познакомимся. Меня зовут Ярослав Старухин. Очень приятно, Елена Сизова. Вот меня пригласил тут товарищ. Александр Бобков? Да, мы канал «Глобальная волна», интернет-телевидение. Ух ты, мне слово «глобальный» нравится. Да? Глобальная? Отлично. Ну, не, смотрю, волна тоже хорошо. У вас тут своих видеокамер достаточно. Вы не на пике. Вы знаете, больше не меньше. Так, что у нас сейчас будет? Йога для лица? Да. А йога для мозга? Для мозга. Для мозга, это же какая связь? Ага. Ведь лицо у нас где? В голове? Я перестану, да, с вашего позволения. Ну что, присаживайся. Тут полтора часа будет еще йога, а потом у нас... Сейчас лучше мужчинам это интересно. Вам нужно присесть так, чтобы видеть всем Елену хорошо было. Елена, я тебя тогда сейчас приглашаю выйти, мы тебя представим, и потом... Прям вот так? Через это? Да, проводим. Я приглашаю занять места, пожалуйста, и мы начинаем. Звук у всех выключен, да, на телефонах и на всяческих других устройствах. Я не знаю, кто здесь ходит. Пейджеры, может. Все, можно или не надо? Ну, значит, можно начинать, да? Добрый вечер. Мы снова приветствуем вас на нашем мероприятии «Пять вечеров». И сегодня мастер-класс по насыщению, потому чтобы нас чем-то новым наполнить и расширить немножко наш потенциал, будет посвящен йоге для лица. Пройдет его для вас Елена Сизова. Прошу. Встречайте, пожалуйста. Всем привет. Очень рада, что здесь много сегодня мужчин. Лиц. Да. Потому что у меня даже есть специальный курс, я в Москве открываю, это фейсбилдинг для мужчин. Потому что мужчины также хотят выглядеть как и женщины, и как можно долго оставаться молодыми. Они просто об этом не озвучивают, но это же они все хотят, такими же молодыми, как и сейчас. Йога для лица, секрет успешной коммуникации, так называется сегодняшнее наше занятие. Конечно, наше лицо – это наша визитная карточка, ни для кого не секрет. Нам всегда приятно общаться с людьми, у которых более симпатичные лица, открытые, вызывающие некое доверие. Поэтому все зависит и даже не столько от наследственности, которая нам досталась, но еще от многих факторов. То есть чем мы старше становимся, тем больше у нас проявляются следы плохой экологии, которая у нас в Москве. Естественно, времени, потом гравитации никто не отменял, поэтому с возрастом у нас многие части лица, в первую очередь щеки, обвисают. И наша наследственность, можно посмотреть на наших родителей, как они старятся, вот такими таким с возрастом будем и мы. Но для этого есть комплекс специальных упражнений, которые позволят
скажем так, вот законсервировать ваше состояние на сегодняшний день и отодвинуть на долгие годы. И даже есть такие успешные примеры, когда можно повернуть, скажем так, возраст вспять и вернуть себе там былую привлекательную внешность. Многие ходят в тренажерный зал для того, чтобы накачать мышцы рук, лица, то есть пресс, но даже не подозревают, что у нас на лице 57 мышц. Мы вообще никогда об этом не думаем, не задумываемся, мы жуем, улыбаемся, там, глаза закрываем. Мы даже не подозреваем, что если у нас не будет работать наши мышцы вокруг глаз, то наши глаза просто никогда не смогут открыться. Ну вот немножко теории, и сейчас мы начнем практику. То есть вы в интернете можете, еще пару слов, встретить много всяких названий. Это сейчас набирает обороты и становится очень популярным, прям трендом таким. То есть фейсбилдинг, фейсформинг, фейслифтинг, гимнастика для лица, йога для лица. Я нашла вообще 24 методики различных авторов. Это американских, японских и европейских инструкторов, как себя называют, по фитнесу для лица. Я из всего вот этого многообразия выбрала как инструктор лечебной физкультуры, мое первое высшее образование – это институт физкультуры. Я посмотрела, как это все работает, увидела результаты потрясающие на себе, и вот теперь это преподаю. Значит, мне нравится начинать сверху, то есть у нас есть проблемные зоны три, это наши глаза, это наш носогубный треугольник и наш подбородок и шея. Это то, что в первую очередь выдает наш возраст и наши, скажем так, ну, негативные эмоции, к которым мы привыкли иногда, ну то есть наша привычка становится настолько... Слово не могу подобрать. Ладно, по-другому скажу. То есть, если вы привыкли все время поджимать губы или вот морщить лоб, то есть такая особенность, мышца, у нее есть память, она запоминает, и у вас образуется вот эта вот складочка межбровная. Моторика, да? Моторика называется. Есть даже, спасибо, есть даже такой анекдот, правда он не совсем правильный, говорят, почему у мужчин больше, да, продольных мужчин, этих самых морщинок, да, а у женщин вот здесь вот складка, так называемая мышца гордецов. А потому что жена говорит, где деньги, а муж говорит, какие деньги. Итак, начинаем. Первое упражнение у нас на глаза. То есть глаза наши устают, потому что мы очень много работаем на компьютере. Сейчас у нас еще появились дополнительные, то есть раньше у людей был телевизор, а теперь и гаджеты. И поэтому все время глаза напрягаются, и, естественно, наши мышцы слабеют, которые вокруг глаз. Сегодня я вам покажу два упражнения на верхние веки и на нижние веки, чтобы убрать в том числе и мешочки под глазами. Но мешки – это не всегда признак того, что вы там стареете. Это можно еще сходить к доктору и проверить ваши почки и сердце. То есть, если это исключена такая возможность, значит, либо недосып, либо пиво на ночь, ну, либо, скажем так, возраст. Итак, ставим средние пальцы у основания бровей, а указательные пальцы у внешних уголков глаз. Отлично. И начинаем на 10 счетов зажмуривать глаза. Раз, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. А теперь крепко зажмурились, я буду считать. Нет, пальцы не убираем. Зажмурились. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Расслабились. Отлично. Эти упражнения нужно вообще делать утром и вечером. Если вы их выучите, то вам достаточно будет всего 12 минут в день, ну, либо утром или вечером. Я смотрю, тут все молодые, вам будет достаточно выполнять всего один раз в день. И вы увидите результаты уже через 2 недели, как ваше лицо, то есть изменится, если вам уже не нравятся вот эти вот ваши морщинки, которые, лучики, так сказать, да, у глаз, ну, так называемые морщинки радости, там, счастья.
Потому что когда мы улыбаемся, у многих они, в общем, уже образовываются в такие складочки. Следующее упражнение. Опять же, средние пальцы мы устанавливаем у внутренних уголков глаз уже, да, и слегка прижали. Указательные пальчики, опять же, у внешних уголков. Теперь что мы делаем? Мы стараемся ниже, смотрим вверх в потолок и нижние веки как бы подтягиваем к верхним. При этом у нас глаза не закрываются. Опять же, на 10 счетов. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. И здесь зафиксировали, смотрим вверх. И я считаю. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, двадцать. Отлично. То есть каждое упражнение выполняется на 30 счетов. То есть вот в первых двух упражнениях вы делаете активно до 10, а потом фиксируете вот в том положении. И поверьте, утром иногда встаешь, когда ты с утра посмотрел на себя в зеркало и сказал, боже, кто это? Сделаете вот эти 2-3 упражнения и увидите сразу же результат. То есть вот я старше, чем вы, я вам хочу сказать, что мне гораздо больше надо усилий прилагать для того, чтобы выглядеть. Но это работает. Следующее упражнение. Мы пальчики указательные кладем на брови и прижали. Прижали к бровям. И начинаем, что мы делаем? Мы как бы пальцами вниз, то есть у нас лоб сейчас будет оказывать сопротивление. Вот прижали и начинаем поднимать вверх брови. А пальчики нам не дают. И делаем это на 10 счетов опять же. Раз, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Остались в этом положении, пальцы давят. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Глазами мы ничего не делаем. Мы смотрим четко перед собой. И здесь у нас работают не мышцы глаз, которые работали в предыдущем предложении, а мы, здесь у нас работают мышцы лба. Они крепятся у нас вот такой вот лентой к затылочной части. И чтобы проверить, что у вас вот это есть, то помните, в детстве все спрашивали, ты умеешь вот так палец сделать, а ушами можешь шевелить? Вот очень хорошее упражнение – шевелить ушами. И вот если вы сейчас попробуете отодвинуть как бы вот уши назад, то у вас разглаживается лоб, и получается такой эффект лифтинга. Вы это четко можете прочувствовать, когда вы лежите на подушке. Ну, лифтинг – это слово не женское. Вы так улыбнулись, да, это слово… Лифтинг ушами получается. Да, то есть, движение ушами, вы натягиваете кожу таким образом, создавая эффект лифтинга. Потому что и если вы зафиксируете вот это вот ваше движение на 10 секунд, вот вы едете в машине, стоите в пробке, вспомнили про это упражнение, на 10, вас никто не видит вокруг, даже если увидят, не поймут, что вы делаете. Отличное упражнение. На 10 секунд задержались, отпустили, расслабились. И вот так сделали 3, скажем так, 3 попытки. Супер. И ваше лицо будет более... Во-первых, у вас уже будет выражение лица несколько другое, потому что оно будет более довольное. Следующее упражнение. Мы кладем указательные пальчики под глаза вот здесь, вот на нашу скуловую кость. Вот найдите ее. Отлично. Сейчас мы поработаем с щечками. Значит, воображаем, что между верхней и нижней губой у нас вот две точки. И нужно их развести в сторону и сказать такое длинное О. Угу, отлично. Здесь зафиксировали пальчики, вытянули губы в буковку О. А теперь говорим Э. Ну, можно про себя, можно вслух, чуть-чуть, как бы отодвигая уголки в сторону, на 30 счетов. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. Отлично. И теперь выдули. Выдули. Замечательно. Следующее упражнение то же самое, только после, то есть мы на 10 счетов выполняем и поднимаем наши пальчики указательные к голове
и дальше поднимаем руки вверх для того, чтобы, скажем так, вся энергия прилила к лицу. То есть оно, упражнение так и называется, добавить энергии лицу, ну, скажем так, некий такой приток. И вы сейчас это почувствуете, потому что вы почувствуете, как волна энергии за счет того, когда вы поднимете руки вверх, вот за счет вот этого движения щеками, вы это почувствуете. Итак, поставили пальчики наши на скулы, вытянули в длинную такую вот, и начали. Раз, два, три, 10. Подняли. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. Отлично. Хорошо. Только вот я сейчас говорила, а надо было рот в этом же положении и держать. Потому что, если я буду говорить, это будет выглядеть, во-первых, это и неправильно, я буду выполнять. Итак, следующее упражнение на носогубные складки. Это тоже, скажем так, и у мужчин, и женщин, они иногда прям слишком сильно резко прочерчиваются. И, естественно, это добавляет, скажем так, опять же, возраст. Берем указательные пальцы, и мы не касаемся лица, а они у нас находятся немножко, скажем так, на 2-3 сантиметра вот от, да? Открыли опять рот и растянули в некой улыбке, только зубы не показываем, у нас зубы закрыты. Угу. И начинаем только не вот так вот, да, как усы у кота, а немножко вот, скажем так, вверх. И самое главное, вот в каждом упражнении вы должны еще включать визуализацию. То есть вы должны думать о том, что вы разглаживаете свои морщинки, вы делаете лицо более красивым, вы нивелируете те недостатки, например, которые вам достались от родителей в наследство или там от бабушек, от дедушек, и вы хотите их каким-то образом сгладить. Вот это упражнение как раз работает еще, должны включить визуализацию, как будто вы взяли ластик, и стираете вот ненужную там, ну, черточку на листочке. А здесь вот пальчиками вы как будто стираете вот эти вот морщинки. Итак, значит, открыли рот, растянули в улыбке. И начинаем. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Раз, два, три, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 30. Отлично. Опять выдали воздух. Угу. Отлично, не стесняемся. Прям. Замечательно. Следующее упражнение на нос. Вот, не поверите, это упражнение, казалось бы, очень простое, и выполнять его достаточно легко. Оно действительно корректирует форму носа. У нас, оказывается, с возрастом растут уши и нос. Вот вы не замечали, что у стариков очень большие уши. Наверное, потому что хотят слышать много чего о нос. Может быть, от любопытства или, скажем так, да, говорят, что ты суешь везде свой нос во все дела. Ну или от вранья там, ну я не знаю, от чего нос растет. В общем, достаточно такое простое упражнение, как раз, которое может и уменьшить ширину носа, если вот она не нравится, да, наши вот эти крылья носа сузить, и уменьшить длину, если нос начинает, ну, скажем так, немножко так крючком загибаться. Мы берем пальчик, ставим под нос и слегка прижали, только вот не так, а вот как бы под нос, да, прижали его, и начинаем верхнюю губу опускать вниз на счет 30. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. Отлично. Хорошее упражнение. Всем нравится, потому что оно достаточно легкое, его не ошибешься. То есть, ну, скажем так, как выполнять правильно, неправильно. Следующее упражнение. На рот. На поднятие даже уголков рта.
потому что жизнь у нас сейчас непростая, и грусть, тоска, там, обида, зависть, ну все что угодно, то есть наши эмоции, естественно, они на лице, вот как хотите, прочерчивается, да, и даже можно сказать о человеке иногда, и да, есть такая наука, физиогномика. И вот можно видеть людей, которые сидят, и у них вот, особенно в метро, опущенные уголки вниз, и есть даже такое определение этому, улыбка скорби. Потому что так люди выглядят, как будто у них кто-то умер. Извините за такое сравнение. Поэтому чем... то есть мы должны следить, во-первых, все время ну, за своей мимикой лица, потому что она формирует, ну, скажем так, да, наше выражение, то есть и впоследствии наши морщинки в том числе, а их можно и избежать. Что нужно сделать? Нужно растянуть лицо, то есть улыбку, да, до конца. И уголками губ такое впечатление, что вы засосали два кусочка лимона. И поэтому почувствовали, как вот ваш уголки губ немножко завернулись вовнутрь. Вот там их зафиксировали. Пальцами не трогаем, это я вам просто показываю. И теперь, опять же, над губами, то есть не касаясь, мы двигаем вперед-вверх, вперед-вверх, и таким же образом наши уголки губ должны двигаться вверх-вниз, вверх-вниз, вверх-вниз. Да, вот это упражнение очень сложное. Если вы его научитесь, все остальные мышцы у нас не участвуют, да, мы не помогаем ни лбом, ни глазами, там, ничем. Да, сейчас закончим, и я объясню, я уже поняла этот вопрос. Значит, итак, поехали. Раз. Два, да, три, четыре, пять, зубы закрыли, о, в смысле спрятали, рот закрыт, зубы не сжаты, да, зубы у нас не сжаты, просто закрыли рот, засосали как в уголочки, о, в смысле уголками кусочки лимона и поехали. Работают только уголки губ. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, двадцать, раз, два, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, тридцать. Выдули. Вы должны прям почувствовать, как у вас появилось легкое жжение. Если появилось легкое жжение, значит упражнение вы выполняли правильно, потому что так же, как и любые мышцы, которые у нас на теле работают, и вот вы пришли, а у вас все болит, вы не можете на следующий день встать. Здесь то же самое идет выброс молочной кислоты. Вы показали типа перед зеркалом, да? Сразу хочу сказать, что вот я преподаю и стараюсь, допустим, чтобы мои ученики учились все упражнения выполнять без зеркала. Во-первых, это очень удобно, то есть вы оказались в любом месте, я говорю, сидя в автомобиле, там где-то там, ну, там на природе, там, вот где появилось время, у вас есть с собой всегда ваше лицо. Вам не нужно ничего, никаких других приспособлений, никаких тренажеров, есть лицо, ваши руки. Ну, память, то есть вот вы заучили эти упражнения, и вы можете всегда это делать абсолютно спокойно. И есть упражнения, которые я сказала до этого, это вот на как бы лифтинг, и вот упражнения на, опять же, на губы, тоже, опять же, никто не заметит, что вы это делаете. Вот это упражнение как раз из йоги для лица. Потому что, как я объяснила, вот из этих методик, из разных я, ну, скажем так, надергала там или взяла упражнения, которые очень эффективно работают, помогают и реально дают результат. Значит, здесь вы растягиваете губы в улыбке на счет 10. Сначала это может не получиться, поэтому можно на счет раз-два. 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 Вернулись в исходное положение. Раз-два. Потом на 4 там. Раз-два-три. 4. Раз-два-три-4. В идеале нужно научиться, чтобы улыбку растягивать на счет 10. То есть это медленно, вы должны дозированно научиться распределять, как бы, да, вот пошагово, чтобы растянуть ее на счет 10. И на счет 10 также вернуться в обратное состояние, то есть нормальное. Когда вы научитесь выполнять вот эти нехитрые 2-3 упражнения на губы, у вас уже поменяется ваше выражение. И у вас будет такое легкое, вот знаете, как это, мне нравится улыбка Мона Лизы. Ведь она же такая слегка загадочная, она такая, ну, наверное, обворожительная, такая, ну, много эпитетов можно подобрать. Поэтому это лучше, чем
вот так, да, лучше пусть это будет вот так. И каждый, вот те, кто улыбается, могут посмотреть на себя в зеркало, когда он не улыбается, а поджав губы, и когда улыбнется, сразу минус 10 лет. Вот действительно, улыбка человека делает моложе. А следующее упражнение это... Так, ну лежа я показывать не буду. Да, упражнение на шею делается лежа, потому что мы создаем сопротивление на шею. Это область и на подбородок. Это то, что тоже очень-очень быстро приходит в негодность, не хочется сказать, но появляется второй подбородок. Это люди там переедают или слишком часто, вот если вы сидите, работаете с вашим компьютером, и у вас все время голова наклонена, да? Поэтому вот это место сразу же, ну, такое, как это, ахиллесова пята. То есть оно слабая зона, которая вам даст о себе очень быстро знать. Вот, и, соответственно, шея. Потому что кожа на шее очень тонкая. Она самая тонкая кожа вот на всем теле. Это на шее. С шеей нельзя делать никаких манипуляций особых, там греть ее, потому что у нас здесь находится щитовидная железа. Поэтому нужно очень, скажем так, осторожно. Итак, покажу два упражнения на подбородок и на шею. Ну, то есть это не те, которые на полу, это, скажем так, еще другие. Значит, мы устанавливаем указательный пальчик под нижнюю губу. И что мы делаем? Мы нижней челюстью пытаемся, выдвигая ее каждый раз вперед, как будто как экскаватором мы захватываем свое любимое там мороженое или там что вы любите, да, кушать. При этом каждый раз нужно вот на 1 сантиметр поднимать голову вверх. То есть задача, чтобы на 10-й счет вы оказались, глядя строго в потолок. Там задержались, у вас будет натяжение, вы почувствуете вашего подбородка. И в таком положении должны находиться еще 20 счетов. Задача ясна, тогда начинаем выполнять. Устанавливаем пальчик под нижнюю губу. Завернули как бы нижние губы за зубы. И начинаем. Каждый раз выдвигая челюсть вперед. Раз, два, и поднимаем. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 20. Отлично, можно тоже выдуть. Тяжело? Ну, почувствовали, что у вас действительно мышцы на лице есть, которые, ну, о которых вы там не подозревали. Потому что когда вот начинаете делать гимнастику для лица, вы понимаете, что что-то с лицом происходит, что вы не обращали внимания. У меня в предыдущей группе девушка вдруг пришла, я всегда прошу обратную связь, когда люди приходят на занятия, я говорю, вот дома вы выполняете, потом приходите и говорите, что не получилось, что там есть какие-то вопросы, или может быть что-то заметили такое, вот... Она пришла и говорит, боже мой, я на себя 37 лет смотрела в зеркало, и только вчера, когда начала выполнять упражнение, я увидела, что у меня одна, то есть у меня асимметрия на лице, причем такая сильная, о которой я даже не подозревала. Она говорит, я каждый день крашу свое лицо, глаза, щеки. Она говорит, ну я этого никогда не видела. Как только она начала работать с мышцами, она реально увидела, что у нее с одной стороны меньше работает, чем справа. И вот за 2 недели, то есть курс состоит из 6 занятий, через 6 занятий у нее все это выровнялось. И то есть вот мы пришли когда на последнее занятие, все друг на друга смотрели, хвастались результатами, там одна другой рассказывала, слушай, я пришла к своему косметологу, она говорит, так, куда ты еще ходишь кроме меня? Она говорит, да никуда я не хожу. Она говорит, ну что ты врешь, я же вижу, что вот с тобой что-то, ты у меня давно не была, я вижу, что с тобой что-то произошло. Что ты делаешь? Она говорит, да ничего не делаю. Я, говорит, зарядку начала делать для лица. Это, ну, скажем так, действительно работает. Чем вы моложе, тем это эффект будет быстрее. И, кстати, и у мужчин быстрее эффект. Почему? Потому что у них тестостерон. И так как вы накачиваете мышцы вот здесь то же самое. От чего у нас появляются морщинки? От того, что мышцы слабеют, и поэтому кожа провисает, и не на чем держаться. То есть, вот, понимаете, да? А можно и щечки накачать. Следующее упражнение. Заманчивая перспектива. Конечно, конечно. А почему нет? Нет, чем щечки, ну они у вас и так есть, вот, лично у вас. Нет, тем лицо моложе. Понимаете, когда вот здесь вот нет косточек выпирающих и провисающих,
тогда лицо кажется старше. А чем вот здесь вот оно такое более округлое, то есть вот у меня, например, была проблема. Я сбросила 26 килограмм, и лицо сразу же стало вот таким вот. Оно стало выглядеть изможденным. Как ты только начинаешь там есть, тут тут тоже начинает появляться, и думаешь, ну вот где найти такой способ, чтобы вот и тут оставаться, и тут чтобы было. И вот я за 2 года, ну это, конечно, срок, нет, меньше, наверное, 2 года это сейчас уже, а вот через полгода я уже вот результат, за полгода я накачала себе щечки. Когда мне начали делать комплименты, ой, какие у тебя там щечки появились, что ты делаешь там, наверное, этот ботокс, коллаген, что там еще там накачивают щеки. Я говорю, нет, я их просто-напросто, вот мышцы, скажем так, крепила. Окей, следующее упражнение на нашу челюсть. Значит, сначала мы прижимаем верхнюю губу к зубам, да, не показывая зубы, а нижнюю заворачиваем как бы на нижние зубы. Ага. Получается такое подобие улыбки. И мысленно, ну и физически тоже тянем уголки слегка вверх. Берем ладошки и начинаем круговые движения. Сначала начинаем вот здесь у лица, Андрей, пальцы соедини. У лица, а потом начинаем раскручивать большой круг, и вот так вот до счета 30 опять. То есть, если все поняли, давайте начинаем. Спинку держим ровно. Окей. Угу. Поехали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, двадцать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Это 30. Отлично. Продолжим. Вы тоже, опять же, мысленно визуализируете, что вы разглаживаете, как вы себя любите, какой вы красивый, какая вы великолепная, какая вы замечательная, самая лучшая, самая красивая. И вообще надо себе каждое утро, глядя в зеркало, говорить, я самая лучшая, я самый лучший, я самый красивый, все у меня замечательно, все у меня просто супер в этой жизни. И обязательно улыбнуться. Все будет так. Следующее упражнение. Это вот упражнение на уменьшение щечек. Вот вам не нравится? Да пожалуйста. Такое у нас тоже есть. Мы закатываем теперь верхнюю губу за верхние зубы, нижнюю за нижние. И вот так вот тоже опять приподнимаем. А теперь руками мы как бы мысленно, как будто вот стесываем. Такое для мужчин это понятное слово, да? Как скульпторы. И вот убираем. Вот это упражнение, да, ага. На счет 30. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Так, отлично. Еще упражнение на наши... Сколько там время? Пока все хорошо. Пока все нормально, да? Угу. Отлично. Значит, уравняли энергию, инь-янь, потерли ладошки. Сделали вот такую вот вилочку. Значит, указательный палец соединили со средним, а мизинчик с безымянным. Называется это даосское упражнение даосских монахов «Улыбка солнцу». Вот мы все сегодня берем вот на улыбку, потому что, понятно, да, это на лице одно из важнейших, это глаза и улыбка. Что мы делаем? Мы вот в эту вот вилочку, как бы, да, вот помещаем наши губы и начинаем, не растягивая вот так вот сильно, во всем должна быть мера, соответственно, слегка улыбаемся и тянем наши руки к ушам. 22 раза. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Раз, два, три, четыре. 5,
6, 7, 8, 9, 20. Раз, два. Отлично. Вот это упражнение можно вообще одно делать вот из всех, ну вот если вы так хотите. Его можно делать сколько угодно раз в день, но обязательно 22 повтора. Не знаю, почему 22, пыталась найти ответ. Не могу сказать, почему. Вот, ну, наверное, вот даосцы так решили. Так, чем бы вас еще удивить таким интересным? Так, шея. Про шею мы уже говорили. Значит, берем пятерню, да, и обхватываем себя за горло, ну, только не как это, да, Дездемону придушиваем, а слегка так вот прижали. И начинаем что делать? Значит, смотрите, наши руки, да, в самом начале я еще, ну, скажем так, не сказала, вот Андрею только озвучила, являются неким таким оказывают сопротивление, да, поэтому наши мышцы работают. То есть вот здесь мы, да, фиксировали и не давали возможность сокращаться. Поэтому под нашими руками, которые создают, да, сопротивление, то есть, вернее, мышцы работают. Здесь то же самое. Значит, для чего мы это делаем? Вот мы слегка прижали, в таком, и когда мы начинаем поднимать голову наверх, мы под рукой создаем некое сопротивление, и вы почувствуете, как ваши мышцы начинают напрягаться шеи. Второй момент. Шея у нас очень такой хрупкий, нежный инструмент. Можно, если сильно просто мотать головой, то можно и позвонки шейные, да, сдвинуть. Они у нас очень подвижные, в отличие от грудного отдела позвоночника и всех остальных. Вот. И поэтому надо очень как бы аккуратно. Поэтому мы когда держим, мы фиксируем. И то есть вы не сможете слишком сильно откинуть шею назад. Ну и в том числе, вот я говорю, они работают из-за того, что вы слегка прижали. Значит, сама техника выполнения. Значит, вы прижали, мы поднимаем голову наверх, да, нас держит как бы рука. Считаем наверху 3, до 3, на 3 счета и опускаем вниз. И вот так 30 раз подряд. Поехали. Раз, два, три. Раз. Раз, два, три. 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 Это 10. Раз, два, три. Раз, два, три. Глаза можно закрыть. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. 15. Раз, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Еще 10. Раз, два, три. 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 И последние 5. Закончили. Встали? Чего молчите-то? Нет. Говорить нельзя, да? Хорошо. Не, ну какая-то обратная связь. Нет, какая-то обратная связь должна быть, потому что вот я смотрю на Андрея, такая тишина, думаю, ну может уже реанимация нужна. Я кровь, да, отливает от головы. Все ваши лица, они благодати. Лично. Замечательно. Это же хорошо. Да, поэтому молчат и наслаждаются. Хорошо. Последние 2 упражнения на глаза. Значит, указательные и средние пальчики соединили. Устанавливаем у внешних уголков глаз и чуть-чуть слегка, да, я всегда говорю, мы китайцы, приподняли. И вот в этом положении прижали и зафиксировали. И что мы делаем? И теперь мы стараемся широко открыть глаза, как будто мы удивились. Господи, боже мой, что это такое, что случилось? И вот так 40 раз подряд. Удивляемся. 3, 4, 5, 6. Смотрим перед собой. 7,
8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40. Можно вот так вот помассировать пальчиками. Угу. Хорошо. Последнее упражнение. Положение то же самое. Опять же, вот если двумя пальчиками установили у внешних уголков глаз, слегка приподняли вверх, угу. Зафиксировали. И теперь пытаемся верхние веки закрыть как створки. И создаем некое такое сопротивление. Смотрим себе на колени. 40 раз. Вот перед собой и на колени. Перед собой и на колени. А наши пальчики, они как бы зафиксировали. Они не дают. Вы должны почувствовать, как у вас работает вот верхнее веко. Что оно прям вот напрягается. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. 8, 9, 20, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40. Отлично. Хочу сказать еще одно, скажем, еще один плюс в пользу упражнений для глаз. Вот после того, как я начала делать, прошло какое-то время. И я стала замечать, что если я, например, забыла очки, я могу в метро спокойно читать, не пользуясь очками. То есть вы тренируете мышцу глаза в том числе, и зрение улучшается. У меня все. Спасибо. Позвольте маленькое дополнение. Да? Если можно. Конечно. Я просто более 14 лет занимаюсь йогой. Ага. Вот. И вот это вот упражнение, которое вы показали, вот с наклоном головы, да. Там ключ как бы принципиальный в том, что вы как бы сворачиваете и разворачиваете рулончик. Угу. То есть идет не движение, как шарнир, угу. Да, а идет вот. Понятно, что каждый позвоночек ты как бы разгибаешь, да. Ну то есть. И да. В этом есть смысл. То есть не потому, что кто-то сказал делайте так, а не по-другому. Угу. А потому что здесь находятся щитовидные, паращитовидные да. железы, которые вы упоминали. Да. Вот. И они в принципе отвечают за обмен веществ в теле. Вот. И его поэтому хорошо делать в конце. То есть вы сейчас дали. Его предпоследним, да. А им хорошо завершать, потому что мы с вами занимались лицом, вот, и как бы, а тут мы включили все остальное тело, угу. Да, мы как бы создали такое дополнение, баланс создали, угу. Вот, и в этом вообще как бы это очень важный ключ, потому что именно состояние, насколько активна ваша щитовидная железа, зависит от того, как вы выглядите. Вот. И там в книгах моего учителя написано, что он встречал людей, которые выглядят как 17-летние юноши, а им как бы за 100 лет. Почему так? Спрашивал он. Говорит, ну мы просто достигли мастерства в шейном замке. Вот, это называется шейный замок, и это такое как бы упражнение без упражнения, которое мы можем делать, даже если мы забыли все упражнения, которые делали сейчас с вами, если мы все как бы все пропало вот, из памяти, вот, то просто вот этот вот шейный замок, конечно же, он осваивается не так вот прям сразу, ну, да. Но мы создаем два вектора. Один вектор – это от макушки вы тянетесь вертикально вверх, да, по оси Z, как говорят технари. Вот. А второй вектор, вот это примерно 45 градусов, мы подбородок тянем вверх на себя. И вы, вот если так сделаете несколько раз, то вы почувствуете, что на передней поверхности шеи создается давление. Это один эффект. А на задней поверхности шеи создается растяжение.
И вот нам как бы нужно чувствовать оба. Вот. И вытяжение, и сжатие вот этого. И тогда это, ну, как бы начало освоения этого шейного замка. Вот. А он приводит к весьма приятным результатам, которые являются отличным дополнением для того, что в чем вы поделились. Да. Спасибо огромное. Спасибо. Очень, да, прекрасное дополнение, потому что это у меня на самом деле в моем комплексе, который я преподаю, это последнее упражнение. Угу. И так как сегодня у нас такая сборная солянка, мне нужно было показать вообще все, что есть для лица, для глаз, там, для рта, для улыбки, для шеи в том числе. Но о том, что вы сейчас сказали, то есть вот это упражнение, про которое я говорю, почему мы фиксируем, мы работаем именно вот с этими мышцами. А в дополнение, как бы в конце, можно вот это упражнение, ну, скажем так, мне преподавать. Потому что, когда я преподаю Gold Fitness, вот на полу, да, у меня там йога с пилатесом совмещено, то у меня есть как раз вот подворот таза и выход в мост, мы встаем, да, упражнение, то мы там отрываем, то есть я всем по аналогии, что это жемчужное ожерелье, и это каждый ваш позвонок. И вот мы каждый позвоночек отрываем, понимаете, да, наверх, и также укладывая каждый позвоночек, мы опускаем тело на пол. Здесь тоже вот тот же самый принцип. Спасибо огромное, поэтому, скажем так, научусь воспользуюсь, потому что его тоже нужно выполнять технически правильно. Вот то, о чем вы рассказали. Вы уже отключили? По исследованиям одного нашего с вами коллеги, он в Петербурге, Ренат Минвалеев, он исследует физиологию йоги, вот, и по его исследованию, вот примерно то упражнение, которое вы сказали, именно так, как вот вы его описали, то есть вот это вот, ну, как бы постепенное поднятие, да. И потом примерно то, что укладывается в образ, да. Свернуть, развернуть, да, рулончик, да, 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 да. Вот. А когда мы лежим, значит, животом на полу, то, ну, это почти что поза там, кобра, там есть несколько модификаций. Это на спине. Вот. А происходит как бы синтез тестостерона, угу. Вот, и снижение синтеза кортизола, который как, угу, бы способствует процессам, ну, так скажем, когда мы полнеем. Вот. И таким образом мы вроде бы с помощью простых движений как бы влияем на обмен веществ. Супер, мы будем худеть и молодеть. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. 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 Все, стоп, снято. У нас, да, сейчас перерыв, ну, полчасика или, может быть, чуть-чуть. Чай, кофе, да. Полчасика. Ну, поменьше, поменьше. А что потом будет? Скрампати, Саша. Скрампати. Ты Ярослав про скрам знаешь, психологии? Должен. Узнаю. Ну, я почитал, коллективное объединение. Так? Ну, да, да, командная. Команда. Такая разработка. Так, трансляцию вы у себя будете вести? У вас там есть зрители? Или на глобальной волне откроем? Можно на глобальной волне. Давай на глобальной еще. Давайте. Будет поболее зрителей. Так, ну стоп, снято, да? Только спасибо за йогу для лица. Приходите, Калашный 10, да, Калашный переулок. Бизнес-оазис, да. Бизнес-оазис. Бизнес-оазис.ру сайт. Стоп, снято.